Достал. Арена. Всех все нормально. Да, у меня один раз тоже пробежал. Че, голый что ли? Да вот, смотри, все шикарно. О, отлично. Соединение разорвано. Да, блядь, из-за формы что ли? Было два зрителя, сразу зрители ушли. Да, ну. Зачем? Детский сад, блядь, какой-то. Надо просто узнать, может, вообще по другой причине, блядь. Слишком быстро как-то разорвалось. Ну да. Ну, по идее, мы... Это, да. Блин, я хавать хочу в перерыве. Давайте уже. Сейчас еще не успеем ни хера. Да давай в белый, похеру. Красный Ливерпуль, ничего страшного. А темно-синий лучше. А ты на телеке, Сань, играешь или на Монике? Далеко от телека сидишь? Ну, это восприятие какое-то индивидуальное. Я потому что раньше вообще, в принципе, на Монике играл. И на Монике, я скажу, гораздо удобнее играть. Во все игры. Ну, поменяй пока у нас формулу. Ну, Саня же там это. Получше темно-синий, Илюх. У него, да, он, видишь, эпилептики за это Получше трубят. темно-синий. Что хрен ты с ним? Кто там такой диктатор-то? Да, иди я Красный тоже с Трофселя ним. нормальный. У Сани еще бутс красный. Спецом они всю эту тему мутят, блин, чтобы мы расслабились, мне сейчас. Мы же про матч не думаем. Бацаню в белой форме, блин. А у них салатовые в этом сезоне. Да. И управляемые, причем арена. Ладно, погнали, пацаны, давайте. Блять, и сами втёрли. Че, выйдут? Вот здесь смотрите.
Дань. Блин. Забегай, забегай. Мали. Страхуй. Разгружайте, разгружайте. Давай. Давай еще туда же. Бля, так через 50 будет викторина. Кто забил первый гол за Red Bull? Сидимо. Давление поднялось, Сань. Хорош. Поднимал, поднимал. Да, хорош. Ну что сейчас? Сейчас-то нет, надо раньше было с ним разговаривать. Хорош, Леня. Я просто с тобой не разговариваю. Так, повыше сейчас все, пацаны. Выходим по стенку. Вниз посмотрите. Да. Хантер, я не знаю, что там со мной бегал.
Нет, я это. Играет, да. Думаю, это того. Давай, Сань. Ну это уже это, да? Да, предлагайте штрафные, тоже не стойте на месте, потому что эти пацаны вроде как что-то знают. Много на одной точке стоим на подаче. Вот, на ближнюю смотрим. Вон, я целуюсь тут пока. Давай. Давай, Сань. Дальнюю смотрим. Один в него, один. Хорош. Давай я, наверное, тогда, Илюх, может, буду подавать, а то у нас что-то на это штрафные много все равно. Ну, где-нибудь, да, если не будет никого, там просто на линии штрафные стоят, то есть где-то там. Мы, потому что когда вчетвером идем на дальнюю все, то там тоже не всегда всех притягивает, и удары не получается. Там двоих надо на дальнюю оставлять только. Остальные должны как-то это пошире ждать вариантов. Хорош, сам иди, 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 иди. Вот, пожалуйста. Смотри, Женя есть. Да, пойдет, да. Пойдет, пойдет. Ну, хорош, хорош. Один подходит, один на ближний по дефолту должен стоять. Видишь, уже закрыто. Ладно, потом обсудим угловые. Есть очень простые. Давай, 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 давай. Давай, давай. Хорош. Ну кому ну, такой тащит, ну. Блядь? Я пытался. Это же второй раз так. Давайте, пацаны. Левый. Тащи, 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 тащи. Дальнюю, давай. Эх, хорош, хорош. Хорош.
Один встречает, другой страхует. Ну, 14-й он у них вроде долгий. Дальний, смотри. Ширину. Хорошо. Ну. Ай, блин. Я думал, сразу не дашь. Я Захара высматривал, прям как только мяч отобрал, я уже смотрел на Захара. Сейчас бы, если прошло, было бы вообще четко. Не. Просите сразу бота, там, блядь, на Б хоть на чего. Вот так, блин. Пошире, да, раскидывайте. Мне в прессинге кто-то еще нужен, у меня они двое постоянно бегают, я не знаю, как закрывать. Захар, это, если свободен, то есть тоже чуть-чуть. Хорошо. Он на Лене? Спокойно, спокойно. Все он знает. Все он знает, что делать. Он пошел. Хорошо. Внизу смотрим. Бэпс, проси, Бэпс. Спокойно. Головой. Да, все, я понял. Да. Поддержим. Да вам еще сядьте кто-нибудь.
С дебютом, ребят. Да ты лучший игрок матча, Саня. Чё ты там? Ты лучший игрок матча. Все сделал, все сделал. Я общую пролистал, я индивидуальную пролистал.